мы как специалисты, работающие уже с больными, с наркоманами, мы очень часто видим, да, не часто, я думаю, в подавляющем большинстве случаев, вот это понятие «благополучная семья» часто включает только материальный аспект, вывеску, а на самом деле за спиной этой семьи имеются дисфункциональные отношения, контрольные, неуважение где-то личности, непризнание границ, то есть ненормальные отношения между друг другом. И это приводит к такому контрольному, созависимому поведению, которое в конечном счете все равно выплескивается или в алкоголь, или в наркотики, или в какую-то другую зависимость. И, к сожалению, таких семей очень много. К сожалению, нету в тех же, я не знаю, никто нас не готовит, как быть папами и мамами, как выстраивать отношения муж-жена. И это большой провал, большой пробел. Мы стараемся для уже наркозависимых, созависимых мы называем, у нас есть группы. К сожалению, такие группы есть только, наверное, в крупных городах. Вот у нас в центре она работает по средам в 6.15, может прийти любой родитель, любой там муж, жена и получить такую квалифицированную помощь психолога, где мы будем объяснять, что делать, если... Второй человек зависимый не хочет еще меняться. Что должен сделать второй? Это 50% болезней, созависимое поведение близких людей. И мы учим, как этому колесу машины поехать направо, чтобы второе колесо смогло тоже развернуться. Много разговаривать, много беседовать именно с родителями, потому что оттуда все идет. Первая инъекция или... Там таблетки идут из-за того, что что-то случается в семье неправильно. Даже вот не из-за отсутствия информации у меня это произошло, а скорее потому, что там у меня было не все хорошо на тот момент.